Привет-привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я покажу, как же отключить питание на USB-портах, когда выключен ваш компьютер. Ну, чтобы не горела там мышка или клавиатура, или у меня, например, микрофон горит. Для этого нам необходимо нажать «Пуск», перейти в «Параметры», здесь найти «Система». Так, далее перейти в питание и спящий режим. Здесь найти напротив дополнительные параметры питания. Во всплывающем вот этом окне нам необходимо нажать действие кнопок питания. И чтобы разблокировать вот эту подменю, необходимо нажать на изменение параметров, которые сейчас недоступны. Видите, да, у нас теперь есть доступ к этому подменю, скажем так. И вот здесь у вас будет галочка. Снимаете эту галочку и жмете «Сохранить изменения». А эта галочка нужна для того, что если бы у вас там стоит какой-нибудь SSD или... Нет, не SSD. Стоит HDD, обычный HDD диск, чтобы Windows 10 запускалась быстрее. Там она сохраняет свой кэш, не помню, то ли на HDD, то ли в оперативе. Но, короче, при этом питание USB-портов не отключается. И в этом вся фишка. Ну, в общем, на этом все. Всем спасибо. Ставьте лайк за просмотр. Пожалуйста, кому помог. Ну и до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.